женщины есть одно колоссальное преимущество перед мужчинами. Оно заключается в том, что у них очень близко к Богу сердце находится, раз. То есть совесть очень рядом с сердцем находится, раз. И второе, у женщин коллективное сознание, а мужчин индивидуальное. Вот что значит коллективное сознание? Это значит, что, допустим, если большая семья, и мужчина поругался с женщиной, то все женщины начнут его душить одновременно. А мужчины будут в стороне стоять и смотреть на ситуацию. Или второй вариант, допустим, в доме нет еды, женщина забунтовала и говорит, ты работать не хочешь, я тоже не буду. Кто помрет с голоду? Женщина не помрет, потому что у нее коллективное сознание. Она к подружкам, соседкам зашла, ее везде будут кормить. А мужчина не может к соседям зайти и говорить, покормите меня, пожалуйста. И скажет, ты что, дурак? Иди работай. И зарабатывай себе, и ешь. А женщина приходит в гости, ее кормят сразу. У женщин коллективное сознание, взаимоподдержка. Поэтому используйте два фактора, близость к Богу, сердце женщины, и плюс взаимность поддержки, наступает счастливая судьба молитвы для женщины. Вот сидят три подружки, допустим. Они обмениваются телефонами и обязательствами. Ты мне звонишь вечером и говоришь, завтра встаем в 6 утра. И если вы так договорились, еще и созваниваетесь в 6 утра, не встать невозможно. А потом, если вы еще включите мобильник, как и будете молиться все вместе, то есть вы включите, она молится, я молюсь, и я слышу, как они молятся. Вы вообще будете просто в счастье купаться каждое утро. И вам не надо будет себя вообще заставлять. Услышали меня? А? Нет, это не осквернение, это взаимопомощь. Тихонечко делайте все. Говорите «я», вы объясняйте ему на его языком. Говорите «я сейчас, знаешь, чем занимаюсь? Развиваю в себе смирение, чтобы к тебе относиться очень смиренно, не спорить с тобой». Понимаешь или нет? Он скажет «ну давай развивай тогда, посмотрим, что получится». Первый результат молитвы какой, знаете? Самый первый плод – это смирение. Вы ему скажете правду, на его уровне.